Вчера во дворе дома, где он жил на Репина 84, был расстрелян Михаил Захаренко, директор Екатеринбургской торговой компании 2000. Слышу три выстрела. Угу. Когда прозвучали, я подошел, он еще жив был. Не подошел, а выглянул с балкона. Угу. Потом смотрю, люди подходят. А когда сказали, что скорую, она пришла только через 30 минут. Чего вы хотите-то? Конечно. Если бы она раньше пришла, бы еще могли бы спасти. Михаилу Захаренко было 28 лет, занимался он бизнесом, в основном торговым. Учреждал разные фирмы, были у него фирмы «Калейдоскоп Сервис», «Водан ЛТД». В последнее время возглавлял Екатеринбургскую торговую компанию 2000, вроде бы владелец сети магазинов. И кажется, магазины СВ-2000 имеют отношение к этой сети. Он хороший человек, ничего плохого в нем не могу сказать. Вчера в полночь поставил он свою белую девятку на стоянку за домом, пока шел к подъезду, в него стреляли. Стреляли три раза вроде бы, пока не совсем еще точно до заключения экспертизы. Считается, что две пули попали в живот. На профессиональное исполнение не похоже совсем. И оружие не скинуто, и пули в живот. Приедет скорая пораньше, кто знает. И обойма разряжена не вся. Заключение баллистической экспертизы тоже нет. Известен калибр 7,62. Скорее всего, это ТТ, но возможные варианты. ППШ там или РПД, или наган, например. Стрелявший был один, как говорят свидетели, скрылся. Жена Михаила Захаренко встречала мужа, стояла на балконе. Его расстреляли на ее глазах. Самое страшное, что должна она родить на днях. Ее увезли в больницу. От стресса бывают и преждевременные роды.